сработает. Там мне кажется, да, мне скорее всего он кливом просто нас убил. И ты играешь по черепу также. Ты больше нанесешь босса, чем он, блядь, отхилит. Он хилит только звезду, насколько я знаю. Он не достает до остальных. Звезда хилит только себя. Зоил все, Тёма. Угу. Зоил все, играем в 24 человека. Там еще какой-то лог был в гильдии, блядь, вот он. Второй кат, нахуй, вышел уже. Шарпиступ, по-моему, тоже. Чек на готовность. Он четвертый кат. Он четвертый. Чек на готовность. Он в 24 убился. Че, говоришь, что тайм не убивать? Окей. Нет. Играем чисто по боссу. Нам надо, блядь, слить за этот 18, 637, нахуй. 18 лямов, 637. Там он какой-то есть профи хард, первые каты, удал ране. Какой-то хардхорд еще есть. Не убит лич. Еще раз чекнуть, кто он. Проверили бафы все свои. Что я заметил во время боя? Что тотемы каким-то боком пропали. То есть он не ставит новые. Когда он ставит новые тотемы, старые пропадают. То есть тотем будет только один, каждого вида. Так, чек на готовность провели. Чё там? Турбо ДМК. Прохилили рейд на фул. Геру дали. Дима, дай тебя дружим. Чё, ты турбо тестишь? Войд, дай свой опыт. В левую сторону прибеги, там он не кинет, походу. Кого он только что кинул? На мне босс висит. Ну, сука. Чё там за фигня? Да на мне агресс влился. Микстурка вообще умер. Кто слился? Микстурка походу вылетел, да? Нет, я смотрю сейчас журнал, сколько мне влетело. Ближний бой, в основном все ближний бой. Не прохилили. Так. Танкодру, твоя задача будет еще с черепа вылезать моб. Забираешь его на себя. Иван, снимай карочка и рез. Почему первые трои все было нормально? Кто мне объяснит? Ну, трезубцы сейчас не ваншот, в принципе, я видел, да? Сейчас Шреддер от чего умер? Джованни умер. Где на Джованни лежит? Атака, сагрелка. Вот и все. А Джованни справа лежит. У вас аура на броне, надеюсь, стоит? Стояла? Нет. Да там не поможет, она будет слишком мало. А этот дрезубец, он как, он просто кидает или он кас? Может там кас сбивает? Шреддер. Там кас 0,1 секунда. Насколько я заметил. Стопните, Флот. Шреддер, чё за хуйня? Ты, блядь, босса под какой этот печатью должен бить? Под пускай бьёт. Хотя мы череп... Ой, крест не сливаем. Под какой ты должен печатью бить? Ты понимаешь, что тебе надо слить быстрее череп, чем, блядь, хуярить по всем? Вы, блядь, чё здесь нахуй? Набираете этот ДПС или чё? Реканта письками меряетесь? Ясен хуй, ты сорвал, блядь, босса нахуй и сдох. Я тоже не сорвал, упал танк. Упал прежде всего, танк упал после тебя и упал... Первый Шреддер, второй мастер... Потом только я упал. Ну потому что, блядь, сорвали босса нахуй. Смотри, отчет, лопасос кинул. Хранитель глубин Волнис. Чекаем имена боссов. Ну то есть я сорвал, нет, босса сорвал на пуле? Босса напуливает только раз хранителя глубин. Только раз. Дальше микстурка набирает агро.
Смешно. Хочешь? У меня нет такого ДПС, чтобы рвать агро. Да ладно, я посмотрю за его агронабором. Расскажу, если что. Вас убил крест. Крест, который не бьют в начале. Его не бьют, но убил вас именно крест. Вы понимаете это? Ничего. Я знаю, кто меня убил. Ёбаный врослу. Это не протопал стоит, я тебя понял. А войско, если дать, он будет резубиться в войско кидать? Блять, забыли мы про войско. Ой, да это же... бомжей. Бомжей также даем. Блять, что я забыл? Хорошо, сказал, блять. Бомжей на первом боссе на черепе. Там 3 ДК по очереди пускай дают. С разницей там секунд 10-15 нормально. Ну давайте я последний даю, потому что я нагреваю пока боссов. Так, да. Первый АДК дает КД мои. Первый даст тума-тума. Через как? Через секунд 30 боя. После того, как даст тума бомжей, даешь даже через секунд 20. Смотри, там Гера идет, и после Геры можно следующий дать. Она как раз 30 секунд. Но, да. После Геры даешь Бокру. Дальше микстурка там КП можешь сразу. Чек на готовность. Да, кстати, я бы не отказался от косноязычия на звезде. Очень бы не отказался. Кстати, интересно. Паша, ты... Мы сейчас не будем как переключаться на звезду. Нет, там, чтобы лок кидал, потому что каст очень когда быстрый. Когда будут бить звезду, один из лок... Определитесь, кто будет косноязычий кидать. Ой, там на самом деле вначале пофиг, потому что он хилит только себя на косты. А его никто не дамажит в это время, кроме тебя. Можешь не достает, да? Поставил вам еще раз рыбу, поешьте. На это надо смотреть. Или фласки, если кончились у вас. Я могу проверить, кого он хилит. Все готовы? Отчет на пол. Рано немного. Или нет? Ха, похуй. Боссы на бомжей переключаются тупо. Нормально, нормально, бей. Лопасос есть БР, БР тут был быстрее. Сразу каску по нему шедер. Пробафали мага. Боку сдавай бомжей. Дубицка стоит на одну секунду. Не надо бегать за дум. Лишний трата ДПС. Убивайте череп. Микстурка, давай. Так, Маша, БР Шанцунга. Три. По Шанцунгу Индер залили.
Как вы... Ложимся. Потому что мобы на нем висят. Смотри, Друль просто не забрал моба, да и все. А как я его заберу, если я не там стою и его тупо не вижу? У вас там столько, блин, анимации идет, что пиздец. Смотри, жмешь кнопочку V. Видишь под сверху босса иконки. Дальше. Твоего босса по ней никто не бьет. Соответственно, по печеньке никто не играет. Пару дал на пулов, чтобы хилом его не загрели. Ну, точнее, пару ударов. И выслеживаешь своей этой, как его, лапкой моба. Моб называется. Около черепа и креста, смотри. Моб называется. Или моревой брандашмыга. Или глубинного спороската. Ты его должен забрать, потому что иначе он... Просто потом пошотует. У нас с братьем Спороската. Там бомжи будут. А как вы прошлые разы убивали, блин? То ж череп падал, блин. Микстурку не шотало. В чем проблема стала? Меня сейчас помимо двух боссов еще один моб бил. Того моба забирал Мидвей, когда танчил. Понял в чем? Угу. То есть не забираешь моба, меня начинает пробивать сильно. Не успевает захиливать. Ну как не успевает захиливать? Может быть просто тебе... надо четвертого танка спекнуть. Смотрите прикол. Смерти микстурчи. Его тупо за 5 секунд-то прохилили, но за 1 секунду 70 целых, я не знаю сколько, ему только уебали 8к и 15к. Много как он сдох, я не знаю. Много флуда. Треснулись, пробафали. Короче, я так посчитал, что ДПС 180к здесь проходной. Если спекну четвертого танка, мы можем убить босса и будет прожимок больше. Не, танка нет. Можно хила спекнуть. Ну вот если пан будет, скажем, держать крест подальше где-то, микстурка спокойно череп. По вашей страте все равно РДД потом играют в босса, как я понял. А милики на крест. Милики на босса переключаются. А там милики вообще не нужны, надо их кикнуть с рейда и добрать РДД, потому что там звезда и там милики не отбегут. Джив стоит, починились. Будем учиться. В чем проблема? Сейчас будем, блядь, убивать череп, будем вайпаться на этот, все. Научимся нахуй за полтора часа. Убьем еще одного этого босса, блядь, и разойдемся. Будем чистить по два босса, если вы не хотите по три закрывать. Так и будем делать, ебать, какая разница. Чек на готовность. И убил, кстати, меня трезубцем, потому что я кинул доту, ну, когда на мне даже агра не было, вернее, на микстурке был агрон, а на мне, как я не срывал его, но был перед лицом, и походу так, по такому принципу он убивает. Ну, смотри, как было. Джованни стоял вообще вот тут. Много флуда, я же сказал. Давай... Тёма, а бомже плохая идея вызывать, босс начинает крутиться, и куда попало начинает кидать дротики. Вот я это вот да. Скажу. Ну тогда давай без бомжа. И он потом, сука, когда бомжи пропадает, все огромное меня хуярит. Да? При том, что я бью только соло-таргета. Кроме выхода. Самому, блядь, отворачивать. Короче, ребят, вот у него есть такой талант, у нас ханта нету в рейде, да? Вот я посмотрел, у него есть, короче, талант сейчас, вот это вот, зверь внутри. Нет, да, он не диспалится, вот... мы в прошлом, когда хотели диспалиться. Хантом не снимается. Ну вот он, короче, вот этим вот этой херней трезубцем он ваншотит только когда он под берсой. Так он не ваншотит, он бьет, ну, 1020 максимум.
Могу еще предложить варам где-то деморализующий кидать, чтобы он поменьше еще бил. Но как вариант. Больше никаких нет. Все готовы. Деморализующий так он глубинный, споры скат забирай. Там он прогнил у него. Можешь подойти чуть ближе. Забирай, забирай, забирай. Сука, не вижу я его. Вот он, блядь, я сама привелся. Блин, нажми кнопку. Все, забрал, отходи, отходи, босс. Босс вырос. Прожимку на рейд. Думаю прохитить. Сейчас вообще не кидает везут. Тёма, говори, когда прожимки давать. Давай прожимки. Не-не, кидай. На десятку улетел. Лишний флут убрали. Посос БР есть? Нету. Танк... А, блядь. Карочка, давай БР. Отводить квест? Да, отводи. Ой, я ушел. Мили крестового босса? Да. Что там, блядь? Хиливайте танков. Лайда хилить. Все уже. Да ага. Нету. Потом... Просто рекол. А то там-то бьет не соло таргет. А что ты не знал? А у Е вообще-то да. Он по всем бьет. Здравствуйте. Ну не по всем, а где-то по четырем. Какой-то очень сложный босс. Ну, не в тотемах тут проблема, я вам скажу, блядь. Поднимайте, кто-то может подняться, мод срез. Да, я вижу. Лес и хилов. Я кайчу этот вихрь как могу, как вижу, сразу сваливаю от него. Ладно, нам надо... Да, пожалуйста, а то уже сюда. Короче, не понял. Короче, я Шиве дал прям за 0,1 секунду до того, как в Зидума прилетел Трезубец, и он не сдох. Предлагаю скачать скрипты на сбивание кастов. Никакой там скрипт не поможет, там 0,1 секунда. Ну, 0, то он успевает. Если скрипт работает, он сразу сбивает. Насколько знаю, тут что-то говорили, что они против скриптов какую-то хуйню поставили. Кому косты сбивать? Ну, он на Трезубец. Там... Но это физический каст, он вряд ли собьется. Это как дыхание у духа. Наличие. Ну, так он не сбивается? Дыхание тут не сбивается, на циркуле сбивалось. Нет, Трезубец не сбивается. Не знаю, никто еще не тестил, походу. Ну так тестите хоть. А как ты успеешь 0,1 секунда? Блядь. Прояви изобретательность. А хилку, по-твоему, сколько кастуется? Так. Хилка где-то 0,5 секунд. Таур, у тебя тотем ничего не диспелит. Правильно, по тотему ты нормально играешь? Если бьешь его.
Первый умер Рока из-за тотема огненного. Там не знаю, издох от стрел. Плюс откуда там прилетел по медвею? От босса, нахуй? Да. Ладно. Чем больше в ранже, тем больше... тем чаще нахуярит стрелами. Так. Знаете, чему? Несколько милишников оставим. Чисто на... Тихо. Тема. Наверное, штуки 2-3. Так что, в итоге-то темы надо сливать, да? Да, в этот. Микстурыч отведет просто. Да даже будет там чуть ближе. Спутишься. Сделаем следующий. Ой, давай, ВД. Ты хочешь потанчить? Да, попробуем так. Давай так. Короче, я считал, что если 5 минут остается до берсы, и у нас босс с фуловым хп, и у нас все живые, и рейд дает 180к ДПС, то этого хватает, чтобы убить босса. Если now only босс, там сейчас 166. Мы делаем как? Мы играем также все в череп. Крест остается, когда босс череп ложит крест. Отведешь чуть-чуть. Ну, чтоб тебя могли прохиливать, спустишься вот сюда. Блять, если что, смог прохилить. Есть ласка на хп? Дальше, соответственно, как его? На этих, на этом шамане. Давай. Кто будет физик? Фан останься. Только у меня он лагает? Фан. Есть фласки на хп, у кого-то и Миша Про. Так, услышали? Пан, Миша Про и Бокрус, вы остаетесь на кресте. Вы его, смотрите, главное его не слейте. Вам главное убить тотем огня. Самое главное. Пока нету тотема огня, можете сливать тотем противоядия. Здесь понятно. Остальные пойдут в босс игры. Да, чтобы если что-то темп там напряга меньше того. Отпились, добафались, чек на готовность. Вы можете его не трогать, появился тотем, играете в тотем, все. Лучше не хватает. Выскрик. Остальные все готовы. Отчет на пол. Лопасос Бэйлин, Машу. Нет. Маша задумал. Отдай прожимку, мастер. Достала? Бля, две прожимки слили. Били? Маша, дай подзадумал. Тотем огня сливайте.
Вливайте назначенный тотем огня. О, вот это нахуй. Тотем начал ваншот. Хильте мишку, упадёт же. Все парни. Ничего в итоге. Да я хуй. Хилы не тащат. Хилы не тащат. Я не отыгрываю, я ж тебе говорю. Стоп. Да ты-то нормально как раз отыгрываешь, блядь. Может рано нам сюда ходить? А да. Она с тотемом не ваншотит, как прошлые рейды. Чулана в хила. Чулана в хила. Не, ахопа. Ты чё скажешь, чего? Когда вы по боссу играете, остальные милишники или чё? Ну, блядь, давайте попробуем хуй с ним. Ладно, брать. Дело не в хиле, нужно поставить череп за колонну, крест и босса держать в одном месте, там где печенька. Не надо, просто череп сливаем, играем по боссу нахуй. Есть еще один вариант, выпить ебучий сапроты такой. Нет, резаемся, встаем, череп дайте сливаем, играем по боссу. Череп сливаем, нет. Играем по боссу. Тотем да. Будет прохиливаться? Да? Огненный. Или да. Мне все-таки отвести попробовать босса чуть дальше? Да тебя хил не достанет, понимаешь? Говорят, что можно поставить крест за колонну, и там он будет стоять тотем, и они не будут попадать по рейду. Наверное, надо проверить. Не, медведь, видишь, в чем проблема, как бы, когда сливают череп, и уже рейд переходит бить крест, вот это вот пересечение урона тотемов и залпа стрел ложит ваншотом. Тебя вот его так же нахуй рубит, блядь? Нет, его по... меньше рубит. Ребят, сейчас мы не играем ни... стрели череп, чтоб нас не шотало. Убиваем печеньку. Будем пробовать так. Блин, карочка, тебе надо рассказывать это в Диссе. Когда у тебя микрофон будет? Смотри, давай я попробую вот сюда отвести босса. Крест. Будут до меня доставать. Если надо, чуть дальше еще отведу. Ну, в принципе, думаю... на тебя могут частицу повесить через частицу хили. На меня кто-то будет. Отойди дальше. Мастер, а, к тебе подойду. Шансон, он слышно, у меня свет пропал. Блядь. Вот это плохо. А с телефона. Хуй знает, когда появится. Расшарив типа с телефона в эфу игры. Я, блин, на 4G? Так, так себе затея. А когда ты, блядь, у тебя примерно сколько так по времени будет? Обычно, если вырубаем. Минут 20-30 обычно. Так, я предлагаю, знаешь что? Какого? Свичнуться на друг босса, убить босса друг. Давай хотя бы немножко смотрим, что за хуйня. Все, короче, если появится, я зайду. Давай. Я только не с этот. Как он? Не отключайся. Отключайся. Если появится, сразу. Угу. Окей. Пошли, пошли далее. Че мы? Пока что нет. Без шансуга мы точно не зайдем. Тут смотри, тут две колонны есть. Вот за одной колонной. Этот кто он? Кто? Звезда за другой крест с тотемом со своими. Череп стоит в кресте, его бьют. И вот тут за клоны стоит холипал, допустим, и хилит двух этих. Не танков. Работает. Просто не работают, ребята, они через текстуру хуяли. А? Вряд ли. Не вряд ли. Геодата не прописывает. По ведьме играем, потому что ведьма кидает сал. А мне говорят, а это хуйня.
А у них? Мне говорят, что колонны работают. Да работает они. Проблема в том, что мы не будем доставать тогда танка, чтобы хилить. Так я тебе объясняю. Холипал станет вот тут, он будет хилить двоих танков. И все. А, ты хилить. Этот про стрелу? Стрела, тотем. Нет, я не тебя. Ты промеешь по... На, все. Вот, вот тут уморец. Давайте посмотрим остальных боссов, ёбаный. Да, так боссы, шляпа, с них ничего не падает. Давайте Леди Вайш бить. Короче, я уже понял, как надо убивать этого босса. Надо купить 7 ключ. Выпить с фласки на хп. Не торопимся. Перебить усилки в стану надо. Ах, блядь. Еще можно всем эти элики на броню, которые там на сколько они там, да, на 2, да, на 4 минуты. Предлагаю еще сокеты на стамину поменять. Предлагаю вообще в этот рейд нахуй не ходить. Ну там ДПС хватает просто. Просто у нас люди ваншотаются. Остановись, пусть за дома реснут. Танкодрон, не беги. У меня только одно предложение. Ну, не предложение, а то, что я заметил. Мне кажется, у нас тут не проблема ни в чем, а проблема в другом. Да. Именно в хилах. Не знаю, но это лично моя мысль. Бля, мастер, да невозможно отхилить комбу 20 плюс 15 кусков. Вставай. Я тебе не говорю про ваншот. Да, тотемы тоже хуярит, не дай, дай дорогу. Да. Хуёво, что этот баг пофиксили, но... Это круто, что его пофиксили. Сука, а Ланотель до сих пор не пофиксил, да, на? Ебать. Ланотель от Т5 не падает. Тут также весь трэш чистим. Чё ты хочешь? Там одноручный меч пиздатый. Без проблем. АОЕ на полу дали. Какое кольцо тут падает? Ну? А спинка-то какая падает? Ёбаный. Ты на плащ-то не смотри. Ты тоже не смотри на него, нахуй. АДК тем более не надо. Да нет, пацаны, это на вас не идет. На базу, обе. Нихуя себе. КБ поднимем. Хоть бы, сука, воронки падали лучше, чем это говно. О, тут много трэша, нахуй. А на какого босса мы идем? На тот, кто стоит. Вон прямо, стоит, видишь? Знаешь? А. Надо посмотреть. Тут его дохуя, мастер. Прям дохуя. Что? Трэша. Это хорошо. А с какого босса на стамину падает тринька? Ух. С первого. Не того, которого мы убили. Вообще самого первого. Гидрос. Это элементаль такой, да? Да, водяной. Он там пердит еще. Желание будет. Ох, надо сегодня для стрима асгардов посмотреть, что они творят. Я уже ну,
Мне кажется, что все испытывают проблему с этим боссом, так как пофиксили вот это вот с пристами фичу. Не, ну они не должны испытывать, потому что у них ДПС побольше. Чистим, чистим весь трэш. Я тоже понял, как его бить. Просто не бить. Приоритет по ведьме. Там просто тотем надо убивать, чтобы противоядие в первую очередь. Если этот появился огненный, то его. Короче, противоядие до огненного убить, это тупо огненного больше дамага будет. И его надо всем бить и быстро. Иначе проблемы будут. На базу. Покин, у нихуя себе, какие. Крафтовые теперь дерьмо, нахуй. А, про череп. Ну, желательно три танка с пружинками. Типа, варовскими ДКшными. Там, когда вот у него берсайт вешается, трезубец типа больше хит начинает. На эти 10 секунд пружинку отдавать. Там 15. 800. $800 у босса также 800. Ну и что? А если не бить тотемы, то не убиваются? У Огина 800к, у противоядия 650. Смысл-то их бить. Все равно надо. Все равно РДДшники только будут бить звезду. Короче, с нашим ДПСом вот именно в этом рейде, если мы убили 3 этих маленьких моба и осталось 6 минут до берсы, ну или хотя бы 5.5, то мы можем убить босса. Мы не убьем пока, если мы шамана, то убиваем по... Что шамана? Если мы убиваем шамана, соответственно, босса апнут. Который уже хуярит по 12 по 20, не хочешь? По мне огонь, тотем огня 14к ударил. Это по-два. Первый. Это а первый. Когда убиваете его, блядь, нет. Он хуярит по 21к. Первый фигарит по 6к. Тёма, 14к по мне первый тотем ударил. Я смотрел. Ну так. Крит это критом. Ну да, это крит был. Так это. Ты предлагаешь оставить шамана или убивать его вообще? А что тогда с боссом будет? Ничего не будет. Ну, увеличится у него дамаг. А там? Соответственно, просто убиваешь черепа, ставишь крест, ёжу босс. Насколько я помню, если убиваешь прислужника, он забирает его способность. Да, если начнет всем его. Потихоньку бить вот этим говном. Просто главное, чтобы нашего друида или на этом. На ИС. У него спокойствие. Во-во-во. Микстурка, бля. Ну короче, если он критует. Заебись ворвался, пойду я курить. Если он критует, то он может 28к бить тотем. Не, 28к он даст только когда на боссе будет. Да, а когда не на боссе, он может 24 дать. А почему описание вот это кривое? Вот этот значок доллара 8168А1М раз в значок доллара вот это вот повторяется. Это что-то означает эти цифры? Это формула, как рассчитывается заклинание. Формула. Ну Т это что? Одна секунда, один метр. Цифры я не знаю, что означает. Повесно.
просто номер. А кто ботинки забрал? Не знаю. У меня шея какая-то есть. Шея, по-моему, сапоги у Карочки. Карочка, обмен мет. Аккуратно только посыли. Завтра ты, Тёма, будешь? Буду. И что, завтра продолжать будем императрица? Ресники. Раками. Приоритет ок пойдёт. Ока. Посмотрим. Я бы хотел императрица добить. Потерять время опять и нихуя не получили. Посмотрим. Сейчас посмотрим. Че сейчас, штанцун идет или нет? Там сюда. На X10 самый изичный босс был. Его в 15 тел убивали. Это X10 это бага на сервер был по боссам. Да нет, тут ничего сложного. Тут единственное, что откинуло тебя, подбежал к боссу, откинул, подбежал к боссу, сбривачил и все. Просто X10. Так. Трэш. Ботанк. Сники рака. Дайте вот эти выкройки, даже не показываются, что ролить можно. Показывается тем, кто спроб. А, профи, типа. У кого есть кожевничество показывает. Так. Дальше переходим на сторону. Сюда ко мне. Мастерство. Сюда. Секунду. Да. Не, стойте там. Обратно. Откуда пришли, там будем бить. Соответственно, на боссе будет микстурка. Танкодром. Твоя задача. Босс изейший, соответственно. Держишь его лицом к соответственно, с этого входа он будет вызывать трэш. Он будет вызывать трэш с этого входа и с того. Соответственно, с этого начала даете на агрите микстурки, соответственно, кидаешь лужу, видим. С этой стороны должен будешь забрать и трэш. Соответственно, два роги даете на микстурку. Далее, как с того, как хода танкодру трэш ты должен забрать. Ты пропадаешь, я тебя почти не слышу. Плюс один. Сейчас я не припадаю. Нормально? Да, вроде давай нормально. Сначала. Теперь еще раз объясняю. Как босс, соответственно, босса ты держишь лицом ко входу к этому. Так вот. Следишь, босс вызывает трэш. Трэш будет идти с этого входа и с того. Соответственно, этот трэш ловишь ты.
с другого, противоположного, за боссом, как сейчас он выглядит, ловишь танка друты. Соответственно, поймал, поднагрел чуть-чуть, подводишь под боссом. Два роги, Миша Про или Рей. Первый трэш, который вот тут вот с подбосса, вы напуливаете в микстурку, потом Эльрей, ты напуливаешь в микстурку, Миша Про, стараешься напулить в танкодру. Далее, соответственно, трэш пришел, трэш свелся, играем по трэшу. Слили трэш, бьем босса. Далее, все вы знаете прожимку Наги, надеюсь, видели, шарик так. Будет летать шарик. Шарик я должен буду продиспелить. Как мне объясняли, что шарик просто деспелится, он, точнее, он наносит дамаг и станет людей. То есть шредер... Он еще, походу, тебя телепортирует, а там, где вода течет. Ну, возможно, не знаю еще. В эти места забирают, типа, атроид. Соответственно, постараюсь подиспелить я. Если что, Джованни, царь, поможет. Магию вы умеете диспелить. Это магический губ. По тактике здесь все. Сейчас еще приливная волна. Я увидел, как убивает этого нахуй. Перед лицом главное не стойте, потому что он вешает как приливная волна. Он наносит 18 тысяч единиц урона. Магия льда увеличивает интервал между атаками на 400%. То есть он, скорее всего, этот. Посмотрел я, как Асгарды убивает босса предыдущего. Угадайте, кого он первым заливает. Хвала? Нет, того, кто волну исцеления кастует. Смотрим. Так, ладно, тактики я вам объяснил. Главное, перед лицом не стойте. Сливаем трэш, убиваем босс. Первое на пул отдаете в микстур. Рыбу поставил. Рыбу кушаем, отбиваемся. Фласки попиваем. Если фласок нету, где менты? Так у меня медведь пропадает. Сидем, дай хэспотов чуть-чуть и все, мне настоя не надо. Сейчас перепущу. Сейчас нормально я, не пропадаю. Раз. Да не, нормально. Так. Еще кому-то надо, у всех остальных должно быть. Чек на готовность. Все готовы. Дим, с меня заберешь сейчас. Избирай. Начнем пока без приходов. Вот. Перед лицом не стоим. За спину зашли. Бать у него фрейм. О, гро. Трэш. А я на пол. Е на пол. Дали собрать, не уешим пока что. Турбо резай. О, посос. АУЕ на пол дали, АУЕшим. Сбиваем трэш. Турбо сразу пробав, прохил. А танка тоже в бульку забирают? Так. Да.
Там один моб сзади трэш идет, колос. Ребят, следите мобов, пожалуйста, под... Блядь, у меня лужа не кдэшится, Тёма. Тём, поставь метку на кола, чтобы потом найти убить его. О, моб. О, откуда тут взялся? Сейчас будем чекать, убивать его. На кого-то диван шеда по... Не, понятно. Так, полям вот 431, да? Нихрена не понял, очень интересно.